SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Нет, химию нет, потому что не люблю ее. Олег, на. Моя трансляция разрешает тебе повести немножко. Повести немножко трансляцию? Да. Они все передают тебе приветы. И вам всем привет. Дай мне посмотреть. Сколько лет мы вместе? У нас еще нет лет. У нас пока исчисляется все месяцами. Лера, забери. Что я могу поделать? Она же лезет сама. Don't worry. Ты злобный. Ага. Он с глюком. Я устал. Вы такие... Крытые. Крытые? Мы на крытом просто. Мы крытые? Мы похожи. Нет, я получше, чем он. Она красивее, чем я. Я страшный. Передай привет Сене Рокстар. Сене Рокстар, привет. Сене, здорово. Такие милые, правда? Вообще. Вообще ugly. Yeah, we ugly. Еба. Она пытается забраться. Нет. 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 Да, мы играем в приставку вместе. Если честно, Олег мне показал нереальную игру. И теперь я играю в нее сама. Она играет в Red Dead Redemption. И сегодня рассказала маме своей о том, что вышла новая игра. И мама попросила, чтобы я вернула приставку домой, потому что тоже хочет играть в эту игру. Вот так вот. Откуда свитер? Свитер из H&M, ребят. 20 баксов. Нет, евро это нет. Red Dead Top. Да. Базаришь. Очень классная игра. Дело говоришь, дело. Я взяла только две вещи. Себе штаны и собаке куртку. Коллекция мне вообще не понравилась. Ну да, я давно играю. Часа три, наверное, уже. 3.5 уже. Вот смотри, это, по-твоему, собака хочет залезть? Да, она трахает твою ногу. Даже собака трахает. Хотя она девочка. Да, просто все меня хотят. Вот так вот. Олег, что за худи на тебе? Полар такая фирма, скейт-фирма. В чем дело? Скейт-худи. Карелия. Карелия. Ты смотришь аниме сейчас? Аниме сейчас нет. Я One Piece досмотрел, сейчас нечего смотреть особо. Веня, больше не пей такого. Вдруг она реально палила. Да. Просто мне вообще непонятно, что они сделали с крышкой. Ладно, есть вероятность, что под крышкой написано Coca-Cola, и она белая. Я только на это рассчитываю. Lil Skies, ну, да? Нормально, да, делает. Правда, мне далеко не все его треки нравятся.
далеко не все. Вообще у него два хита только или три. А вот это у тебя какой рост? У меня 1.80 с чем-то. 1.80 с чем-то рост. У кого? У меня. Сколько мы уже вместе, Лер? В декабре будет год. В... 19 декабря. Ты дропнул альбом 19 декабря, а не ноября? По-моему, декабря. По-моему, в этом месяце год, если честно. Начали мы встречаться, когда я дропнул в сеть. Вот в этот день, по-моему, да? Да. Как тебе Уиз Калифа? Уиз Калифа пушка, мне нравится. Уиз Калифа хорошо делает. Третьего ноября ты дропнул альбом. Реально, да. Ребят, 3 когда ноября... Когда не было сотовых и не было твиттера, я делал то, что я делал, потому что не было выбора. Наушники пейджер, обычный тинейджер. С лохов делал филки, как в том фильме «Хит Леджер». Что снимал? Бэнкролл Фрэш — это легенда. Я очень люблю Бэнкролл Фрэш. Я не поняла, Олег, у нас что, был год, и ты меня не поздравил? Не было у нас, вот в декабре. Они говорят, что ты дропнул альбом 3 ноября. Нет. Они а не, ну посмотрите не срочно, когда он дропнул альбом. Да, есть такая инфа? Да в декабре я дропнул. Да не в декабре. Смотрите, как она хочет забраться. Она ревнует меня коллегу. Как она хочет забраться. Когда с тейпом выложишь трек. Слушайте, он там что-то обижается на меня, не знаю, хотя вроде у меня нет конфликтов с ним никаких, не знаю. Да не ноябрь, это декабрь был. До 4 ноября он, мне тоже кажется, вышел в ноябре. Да можно же посмотреть, когда он релизнулся. Когда Фитс Роуз? Никогда больше не будет фита с Роузом. Роуз это Чейз, это Чейз Клауд, Chasing Cloud. Я с такими ребятами не вожусь. Здесь руками обязательно. Что, я общаюсь только с ребятами, которые честны хотя бы для начала сами с собой. Таких сейчас очень мало. Потому что, брат, уже как-то не тот возраст, чтобы общаться как-то нелояльно. Я же совсем из другой сферы, и у меня другая жизнь была. Знаешь, сколько я не пытался объяснить людям, они не особо понимают. Так что... Я депо был лучшего мнения, на самом деле, Артеме. Думал, он адекватный, но мне за него очень много кто сказал, что он отвратительный тип вообще. Сам по себе, как бы, как личность. Ну, в общем, много кто это сказал. Так что я не удивлен его
реакции вообще. UA Kid, новый артист. Что насчет него? Он малой. Но довольно-таки подающий надежды, так скажу. Бред. И все, я типа рванул, и мне остался пол только. Надо приехать помыть пол. Но я еще не лучший. Далеко. Мне еще много работы. Выйдет сингл скоро новый, ребят. В этом месяце, в конце этого месяца выйдет новый сингл. С Роузом никто не ссорился, просто Роуз. Роуз просто в каждой бочке затычка, как-то так говорят. Роуз нормальный тип, как чувак, ну, как, типа, тип, с которым говоришь. Роуз, да, он нормальный, типа, обычный тип, даже приятно с ним общаться, но в плане его движений и карьеры он делает очень некрасиво, и за это, естественно, нет никакого уважения к нему. А так, все нормально. Слушай, тут ребят какую-то музыку слушают, я не знаю. Это псячина. Псячина. Я поддерживаю связь не с 21 Savage, я поддерживаю связь с его продюсером. Я учился 2 курса в ИВСЭПе на улице Кирочной, если я не ошибаюсь. Потом быстренько... Нет, даже курс. Один курс. Потом в культуре учился. А вообще поступал я на международные отношения в СПбГУ. Но что-то так и не дошел до туда. Кстати. В армию не ходил. В тюрьму ходил. Олег взял и отнял. Как новый альбом Федука? Слушайте, знаете, мне залетело. Не все там, конечно, но что-то мне залетело. Просто это совершенно другая музыка. Она сильно отличается от того, что делаю я. Я не могу даже судить. Типа, она более коммерческая, она более для всех. Она более доступна. Ганна один из моих любимых рэперов. Ромик, я приеду домой и наберу тебя обязательно. Со мной? А что случилось? У нас был год, ты меня не поздравил. Неправда? Нет, я жду декабря. Ты что, глупая? Я позвоню сегодня менеджеру Sony и спрошу, когда я дропну альбом. Лера, ты слушаешь мою музыку? Да. Лера слушает мою музыку. Чего самолет не скучает? Вот мальчик, который Александр Куликов пишет, что «Остаться настоящим» — очень сильный трек. Александр, у тебя есть мозги, я тебя поздравляю. Ты умный, Александр. Аплодисменты тебе.
Просто что-то в России особо не любят у нас какие-то темы такие. One Piece я все пересмотрел. Ребенок 90 сильнее. Слушайте, на вкус и цвет товарища нет. У меня очень разное творчество. Там все такие, ребенок X просто. Кому нравится ребенок 90-х, пристегивайтесь, потому что следующий сингл это для тех ребят, которым нравится ребенок 90-х, тем, которым нравится Russian Most Wanted. Вот. Будет такой сильный трек. Очень сильный будет трек. Олег, спасибо, ребят. Вот, Валерия Липина, вот. Болен, Болен неплохой трек. Тут целая семья. А кто тут Ганфлада слушает? Кому нравится Ганфлад? Только взгляни. Джугин. For real. Джугин for real. Да, Ганфлад неплох. Фу, что не нравится вам? Норм, нормально. Для молодежи, прям вот, которая сейчас малы совсем, я считаю, что он прям вообще прям для них делает. Тоже малые все. А? Тоже малые. Не, ну меня слушают более малые, которые что-то уже... Ребята, можете, пожалуйста, в комментариях написать свой возраст? Просто интересно. Все напишите возраст, правда, просто интересно. Вот, который мальчик худ-блабой, я с тобой согласен, абсолютно, не постоянно невозможно, 16, 17, 20, 19, 15, 16, 17. Можешь не диктовать, я и так вижу. Я читаю вслух. А умеешь про себя? Ну, короче, от 15 и выше. 27, кому. О, класс. Haunted Family хороший трек, соглашусь. Да, Haunted Family классный трек. Блин, а какой мой любимый трек? Наш планет. Jug-jugging forever. For life, bro, for L. 32 вот кому-то тут. Он врет. Мне кажется, ты врешь. Да, тур будет, обещаю вам. Я заставлю это сделать когда-нибудь. Если меня не упакуют, то все будет. Вот, ничего себе, Солов Дима, не беспокой меня, сильный трек. Ты знаешь, он очень не зашел всем. Я вообще не понял, почему. Потому что я обращался в треке «Не беспокой» именно к людям, которые тебя беспокоят. Именно которые достают тебя, естественно. И это было к ним обращение. То есть я считаю, что это вообще для каждого человека трек. Потому что вас часто заебывают родители, или часто заебывают какие-то друзья, или еще кто-то вас заебывает, и вы просто можете включить ему этот трек, чтобы он не беспокоил вас. Только взгляни. Мой любимый трек.
Ну, на «Только взгляни» будет клип. Это секретная secret information. Девочка, спасибо большое тебе. Да, я хотел передать. Знаете, просто, ну, я считаю, что в России и в Украине не так все, типа, хорошо. И очень много людей, знаете, в депрессии, грустят, расстроены. Я считаю, что... Это хороший комментарий. Да. Я считаю, что мой альбом, он передает такую более позитивную какую-то энергию, и что все-таки не надо грустить. Не надо грустить, ребят. Да, дреды надо подплетать опять. От души. Дреды как получил лапки, я тоже так считаю. Маме привет передавай. На лысо побрейся. Может быть, скоро такое будет. Не знаю, может быть. Я думаю пока. Ладно, все, поехали. Ребят, мы с вами прощаемся. Пока. Хорошего вам дня. Ой, Настюха пришла. Настя, привет. Настя, мы уже уходим. Пиши мне в личку. Мы больше не будем тут с тобой общаться. Привет, Настен. Все, все. Давайте, удачи вам, ребят. Не грустите, все будет круто. И вам тоже удачи.